приехали на авиашоу. Вот там авиашоу. Федурнова деревня, вот. Вот. Смотри, в деревне какие дома строят. Она на них не летает. Вот на Ми-2 до сих пор летают. А на Ми-4, насколько я знаю, нет. Старые вертолеты. Дошли только что до Ан-2. Кукурузника. Самолет использовался и в военных целях, и как сельскохозяйственная машина, насколько я знаю. И гражданская авиация использовалась. Они одинаковые же? Вышка. Вот мы дошли, пришли на выставку, так сказать. Сейчас вот снимем еще пару вертолетика. Тут опять Ан-2. Ан-2. Слушай, а эти, похоже, действующие. Эти действующие, говорят, здесь подсказывают нам. Людей уже не так много, пришли мы с опозданием на 3 часа. Вот так вот. Слушай, а это не наш, это Робинсон стоит, смотри, на котором мы летали. Вот самолетик. Люди ходят. Вон, смотри. А вот на том вертолете мы когда-то летали. Робинсон какой-то. Вот Ми-2 рабочий. Это МЧС здесь. Вот здесь кушают люди. В том числе тоже здесь будем есть. Вот здесь мы тоже, возможно, будем. Говорят, вкусно вот здесь, бокер. Вот там вот играют дети. Две шары на воде. А вот там прыгают. Здесь тоже играют. А вот там люди едят, Мотор. Если у Ми-2 вот он сверху, мотор, то у Робинсона там вообще ничего нет. Сейчас летит.
это отлетает. Он должен мастер-класс показывать. Thank you.
идем смотреть вертолета Ми-2 в разобранном виде. Вот люди пришли здесь. И мы пришли. Смотрим вертолет. Куча народу. Вот и все. Ан-2. Смотрим Ан-2. Внутрь залезть мы не сможем. Такой большой, шикарный. Крылья, ну просто большие, широкие. Людей куча.